Всем привет, дорогие мои друзья, хорошего вам настроения. Продолжаем играть в игру «Атака света». Так, тут у нас 61% выполнено, да, там есть задания, которые нам пока недоступны, поэтому начинаем вторую часть с вами. Продолжаем, точнее. Ну что же, полетели. Тут у нас, насколько я помню, лес, так что будем разбираться в лесу уже. Здесь, походу, будут у нас новые монстрики всякие. Так что давайте смотреть, кто у нас здесь вообще будет. Вау! Ха-ха! Тайная комната. Подожди, а где? Опачки. Странно. Здесь нужен нам красный кристалл. А где его взять? По всей видимости, где-то найдем. Очередная стена-головоломка. Но она не похожа на остальные. Что это за странные знаки? Так, ну давайте попробуем сделать вот так вот. Так, треугольник, значит, следующий, да, у нас идет. Потом круг и... Ага, значит, наоборот. Так, круг, треугольник. И, да, ребята, сработало. Продвигаемся вперед. О, сундучок, вот это хорошо. Ну, что-то там, Стивен, найдешь. Велосипедный шлем. Молодец, мы, кстати, его так ни разу и не использовали. Я даже не знаю. А, по-моему, дает защиту, да, нашим сам... Опачки. Где же та полезная стена со всеми знаками? А вот здесь вот, ребята, вот она. Так, запомним, да, значит, луна. Квадрат. Потом у нас круг и звезда. Луна, квадрат. Круг и звезда. Да, отлично. Поехали дальше. Ну, по крайней мере, здесь так все спокойненько, да? Никого... Это еще кто такой? Ого, это же свет из призмы. Обалдеть. Осторожнее, Стивен. Эти существа — опасная технология самоцветов. Опасная, но обалденная. Опа-на, это на каком языке ты говоришь, а? Слушайте, а они всегда издают эти звуки? Стивен, скорее, давай сюда призму. Оу, а что? Погодите, а что, если она хочет с нами подружиться? Ну-ка. Эх, было бы замечательно. Ну так. Но это, к сожалению, не так. Ёлки-палки, что, будем драться, что ли? Стивен, нам нужно его поймать. Давай призму. Что ж, ладно, вот она. Ты смотри-ка, без боя мы поймали. Ха-ха, круто. Прости, малыш. Все хорошо, Стивен. Нужно их ловить, чтобы мир был в безопасности. Эх, понимаю. Итак, у нас уже два цвета. Уже два, а их всего шесть. И все, что ли? Да, что-то как-то мы довольно быстро прошли с вами этот уровень. Очень быстро, без единого боя. Хм, по ходу дела нам все равно туда придется еще вернуться. Хотя зачем? А, ребята, да-да-да, красный кристалл. Там же у нас двери не открылись. Хорошо, давайте тогда здесь посмотрим, что будет. О, магазин. У нас 164 кристалла. Что можем купить? Да, это что-то новенькое. Бодрящий чай снимает воздействие на самоцвет. 15 кристаллов. Так, это у нас добавляет 6 звезд. Это фрукт. Я думаю, что смысл есть купить. Так, а, мы сможем все здесь приобрести с вами. И, конечно же, печенье кошка. Так, а, нельзя туда пройти. Нет, тут везде надо... Оу, а вот и враги, битва. Ну что же, давайте, наверное, тогда Сапфир. Она у нас плеткой бьет сразу по всем. Будем, наверное, ей тут бомбить. Опа, отлично. Блин, больше не хватает. Ну что же, тогда давайте, наверное, гранат подключать. Давайте как-нибудь добьем. Получится, нет? Да, замечательно. Хорошо, больше у нас нет. Но у нас есть Стивен, который нам может дать... Блин. Давайте вот это, наверное, да? 6 звезд добавляет. И плеткой, наверное, мы добьем.
Хотя я сомневаюсь, что мы всех сможем убить сразу здесь. А ну-ка. Ага. Ай-яй-яй-яй-яй, промахнулся я. Эх. Да, тут все зависит от того, как мы будем с вами быстро реагировать на нажатие. Смотрите, какой-то у нас тут фруктик остался, последний. Похож чем-то на редиску. Или на свеклу. Ты смотри-ка, он подхиливается. Ага, это значит, что у нас получается хиллер. Самый обычный хиллерок. На-ка, получи, малыш. Давай еще разок гранат. Я надеюсь, у тебя получится добить. Так, ай-яй-яй-яй-яй. Как всегда, ребят, не успел. Но, давай, жемчуг. Тутс. Молодец, умница. Добила. Ура, победа. А, ну да. Оу, новый уровень получает у нас и Стивен. Так, ну что. Акулеле снимает все воздействия на команду. Слушайте, давайте, наверное, вот это вот с вами возьмем. Воодушевление. Потому что нам придется здесь очень много отхиливаться. А здесь мы с вами возьмем, наверное... Слушайте, защиту. Мне нужна защита, потому что очень мало. Вот, защита 5. Хотя и везение тоже нужно раскачивать. От него... Опачки. Ого, ну и огромный же жук. Ничего особенного. Давайте-ка с ним расправимся. Ненавижу насекомых, может быть, вы без меня на этот раз справитесь. Да, зададим ему трепку. Правильно, вперед. Ну что ж, придется нам драться с этим жуком. Жук-носорог. Ох, гранат, давай попробуем, наверное, тобой бомбануть. Ого. А жучок-то не слабак, ребят, смотрите, у него довольно хорошая защита, поэтому надо... Ай, промахнулись. Поэтому надо ему снять. Так, защищайся, ну давай. Ха, ничего не сделал, но он что-то приготовился делать, ребят. На следующий ход, я боюсь, будет что-то этакое. Давай-ка еще разок бомбанем. Блин, надо гранату раскачивать, наверное, силу удара. Чтобы она жарила так жарила. Эх, чуть-чуть буквально нам не хватило. Мы можем задействовать опять же Стивена. И теперь, да, теперь нам хватает. Ну, гранат, давай, добивай. Опа. Отлично. Так он не успел ничего сделать, что он там замышлял. Победа. О, еще до уровня. Да, много прокачиваться нам придется. Опа, сундучок. А я его не могу достать. Грязь. И там что-то блестит у нас. Опять же велосипедный шлем. Ё-моё, смотрите, сколько сундуков. Ну я... Я не могу их взять. Они за стенками. Бродим по опасным местам. Сражаемся с чудовищами. Как же это круто быть самоцветом. Надо напомнить самоцветам, какие они молодцы. Жемчуг, ты такая замечательная. Гранат, ты круче всех. Аметист, а ты обалденная. Так, ну что? Вот так давайте. Гранат похвалим. Спасибо, Стивен. Ты тоже крут. Ура! Такой довольный. Ой, не-не-не-не-не. Блин, сколько же их тут. Ё-моё. Ох, давай. Аметист, придется тебе, наверное, твоей плеточкой здесь поработать. На. Не успел, ребят, я сделал второй удар. Так, ну. Нет, гранат, наверное, тоже не добьет. Черт. А там хилка у нас, да? А, сейчас будет отхиливаться, наверное. Не знаю, можно Стивеном попробовать все-таки. Давайте сделаем так. Еще у нас 6 энергии. Давайте сделаем. Ну, вот, вот сейчас хорошо пошло. Можем еще разочек прописать. Замечательно. Так, у нас остался жук. И вон тот вон фрукт. Что это ты там повесил на меня, интересно, такое? Тихо ты. Блин, то рано, то поздно. Ага, отравление висит. Блин, ну давай, я не знаю. У нас есть что-нибудь такое? Ага, вот. У нас же зеленый чай, который снимает все воздействия. Так, давайте, наверное, мы с вами применим.
Блин, подожди, как? А, вот, вот так вот. На, подлечись. Слушайте, ей очень мало здоровья. Надо ее подхилить. Все, нормулька. У нее, кстати, очень мало хп. И есть смысл ей как-то на жизни. Если в следующий раз она получит уровень, жизнь ей увеличить. Да что ты будешь делать-то? А ты посмотри, он травит. Он же вроде бы должен хилить. Ёлки-палки. Да понятно, что атаковать. Давайте-ка добьем этот цветочек. Получил свое? О! Получили звезду на халяву. Так, у нас 4. Давайте-ка, наверное, мы с вами... Ага, у нас ничего нету. Блин, я же не выучил. Увеличит атаку на 5 ходов. Понятно. А это что? В 2 раза повышает шанс на удачный удар на 5 ходов. Черт, все не то. А это защиту на 5 ходов делает. Эй, блин. Как быть? Я боюсь, что ее, наверное, ребята отравят. У нее 12 хп. Я не знаю, сколько яд отнимает. Ну-ка, давай проверим, что этот удар у нас делает. А ну-ка. Вау, неплохо. Очень даже неплохо. Но энергию очень... Что-то он опять собирается этот жук сделать. А ну-ка, иди отсюда. Мало-мало. Надо еще разок бомбануть. Так, давай-ка. Опа. Черт подери, ну что ж такое-то. Ну, промахиваюсь, и очень часто. Мне это не нравится, ребята. Ну ты не промахнись хотя бы. О, удачно. Что он сейчас будет делать? Ой. Не понял. А... Где у меня жемчуг-то? Куда она улетела? Че, вообще что ли до конца боя? Или вообще ее... Так, торт. Совместный завтрак. Ура, победа. А, нет, она вернулась. Ну-ну-ну, есть. Ха, жемчуг у меня получает. Так, открыть жемчужная сила. Парализует врага на 1, 2 или 3 хода. Слушайте, неплохо. Еще бы стоило бы это дешево. Так, смотрите, у нас здесь... А, подхил. Халявный. Есть, все восстановили себе здоровье. И сундук. А в сундучке у нас что? Зеленый ключик, как раз, ребят, нам пригодится. У нас тут вот дверь. Погодите, у нас, по-моему, еще где-то должна быть дверь, да? Ёпарасете, да какого лешего-то я сюда... Ай. Два жука. Плюс это растение. Я не знаю, что оно будет хилить тут. Или же травить. Блин, гранат, ну давай, твой выход. Попробуем вот этого вот сморчка, наверное, уничтожить с вами. Так. Хорошо, в принципе. Так, ну что, Стивен, давай, наверное, опять воспользуемся твоими услугами. Да, нет, у нас только большие остались. Ладно. Хорошо, давай, гранат, добьем. Не промахнуться лишь бы. Черт подери. Ну я же прекрасно видел, когда появляется звезда, ребят. Ну какого лешего-то, а? Я надеюсь, что этот цветочек все-таки сгорит. Я его специально не стал добивать. Но если он выживет, это будет плохо. Так, конец хода. Да, он сгорел. Ага. Так, а жуки эти собираются бомбануть. Если у них это получится, у меня минус 2 персонажа получится, да? Это хреновенько. Так, ну что, гранат, мы сняли защиту, давай попробуем пробить его. Ага, превосходно. Но не добили, к сожалению. Слушай, ребята, тут даже не могу защититься, представляете? Я нажимаю и пофиг всем и на все. Здорово. Да, у меня только аметист осталось. Ладно, хорошо, будем где играть? А что, у нас выбора нет, ребята? Ага, хорошо. Блин, не хватает буквально одной звезды. Ну-ка, если мы сделаем вот так вот. Пузырь на нее. Так, подхилить. Нет, не надо ее хилить. Будем... И... Ага. Хорошо, урона не нанесли. Замечательно. Что ж, надо добивать. Никуда не деться нам, ребят. Так, а вот тот гад так и собирается бомбануть, а? Ай-яй-яй-яй-яй. Ну-ка, давай, наверное, попробуем пузырь повесить. Интересно, сможет он пробить или нет? Этот жук. Ну, давай.
Воу, вот это круто, ребята, вот это хорошо. Он просто лопает пузырь, но... Ах ты, вот это круто, мои герои вернулись. Блин, я уж думал, что они до конца боя. Нет, и еще удачно попали. Вообще шикарно, все. Этому жуку крышка, ребят. Это я вам гарантирую. Сейчас мы ему просто наваляем здесь. Что ты делаешь? Ага, блин. Дудки, да не дудки, ребята. Чуть не прибил мне аметиста моего. Хорошо, давай гранатик попробуем, родная. Не промахнись на этот раз. Отличненько. Жемчуг, давай добьем. Добьешь ты меня или нет, а? Нет, не добьет. Блин, ей тоже надо атаку увеличивать. Так, жук, далеко ли ты собрался, а? У тебя тут жизни-то на раз плюнуть. Все, довыделывался. Слушайте, 134 кристалла у нас уже, это хорошо. Мы, если найдем магазин, отоваримся. И гранат у меня получает новый уровень. Так, слушайте. Вот везение. Давайте, наверное, увеличим. Потому что у нее везения вообще мало. А так будет 3. Я думаю, она будет критовать уже почаще и получше. О, а вот и магазин у нас. Что нам тут дадут? Опа-на, что-то новенькое. Что это такое? При следующем ходе тратится 0 звезд. Конечно, давайте возьмем. Так, сюда. Ага, это воскрешение, но у нас не хватает, ребят, монет. Вот это мы, наверное, с вами возьмем. В 2 раза повышает, да? Критический удар. Хорошо, тратим деньги. Точнее, кристаллики. Ух, вообще-то хочу, чтобы все можно было бы здесь купить, чтобы магазины вообще были пустые. Ой, да ё-моё, да что ж ты будешь делать? Да сколько же вас? Так, все, здесь аметист однозначно будет у нас рулить. Потому что их тут слишком дофига. Опа-на. Классно. Если мы еще разок... Так, Стивен, давай свой звездный фрукт будем тратить. Да-да-да, обязательно 6 звезд. Это получается у нас 8 звезд. Ей буквально... Да, хватит добить. Ага. Блин, да такими темпами, если я буду мазать, нам не хватит ни шиша, ребята. Вау, вот сейчас уже другое дело. Почему сразу так? Ага, 2 звезды. Хе-хе, как раз вовремя. Ну-ка. Да, гранат, молодец, не подвела. Ух ты, еще звезда. Так, попробуем этого добить. Ну-ка. Все, вообще идеально у нас получилось. Еще и торт получили. Совместный завтрак. Это, по-моему, восстанавливаем всем гармонию. Эх, чуть-чуть не хватило. И Стивену, и Аметист у нас бы получила уровень. Сундучок, что здесь у нас? А, бодрящий чай, это хорошо. Погоди, погоди, погоди. Мы уже прошли этап, мне не нравится. У нас тут... Опа, еще сундук. Зеленый ключ. Это хорошо. Тут же можно еще где-то пооткрывать, побродить. Насколько я помню. Так, здесь у нас просто так оказывается, я думал... Так, погодите, здесь мы с вами вроде бы были. Слушайте, а, вот, вот, вот сюда мы сейчас применим ключик. Открывается, опачки, еще одна дверь. А что, у меня 2 ключа? Оу! Хе-хе, ну-ка. Зеленый камень. Замечательно. А здесь у нас что? Совместный завтрак, тоже хорошо. И последний у нас, что там? Печенье-кошка. Очень неплохо, ребята, очень неплохо. И еще сундук, вот он, тот сундучок, который я не мог тогда взять. Звездный фрукт, маленький, правда, добавляет 2 звезды, но... О, и еще один, хе-хе, вообще круто. Обожаю открывать сундуки, тем более звездный фрукт, который нам дает 6 звездочек, вообще четко. Так, где же мы еще-то с вами не были? По-моему, все, да. А, тут магазин, не хватает у нас кристаллов, ребята. По всей видимости, все, ребята, можно отсюда... Подождите, 8 из 10. Ха. Где-то еще 2 сундучка должно лежать. Где мы их пропустили с вами? Так, здесь мы были. Так, давайте-ка мы с вами поищем, где у нас еще здесь лежит 2 сундука, которых я почему-то пропустил. Так, здесь мы были. Черт, я, по-моему, по кругу хожу. Хм. Непонятно. Так, может быть, где-то вот здесь вот. Ага, вот. Блин, нужен зеленый ключ, а у меня нету.
Вот, ребята, в чем вся фишка, что нам придется возвращаться в эти уже, как говорится, пройденные локации еще по нескольку раз, чтобы мы могли допройти все на 100%. Да, хитро придумано. Ладно, фиксим. Давайте тогда выходить из этого уровня и перемещаться уже на следующий. Сюда надо будет только бы запомнить все, где мы с вами были и где не были. И что нам нужно пройти. Я уже, честно говоря, запутался. Там нужен, по-моему, красный камень, да? Где-то нам нужны зеленые кристаллы. Здесь нужен зеленый ключ. Оу, голова просто кругом. Ну что же, куда мы с вами попадем? Так, погоди-ка. Ясно. Так, это что у нас тут за клубничный поедатель? А, ну-ка, аметист, устрой-ка сбучку ему. Да ладно тебе. Ах, у него защита. Ну-ка, давайте снимем. Ну, на звезду, прошу. Да, конечно. Ага, вот у него, ребят, смотрите, клубника лопнула прям в пасти. Ты смотри, что он... Главное, клубнику взял, да, и через дырочку смотрит. Так, давайте уничтожим опять эту клубнику. И уже попробуем ему навалять. А ну-ка. Ох ты, он без защиты, это вообще ватный. Тем более и горит еще. Блин, это мне придется, ребят, смотрите, делать один удар на то, чтобы я смог снять защиту. И потом уже бить как добивающий. О, шикарно. Хе-хе, добили. Так, интересно, здесь есть где-нибудь комната потайная, нет? Ага, новый уровень. Стивен, давай-ка на этот раз мы с тобой откроем акулели, я думаю. Да, потому что зеленый чай у нас не всегда попадается. А снимать эффекты нам придется, наверное, часто. Слушайте, а здесь, наверное, нам придется... Хотелось бы защиту, но я думаю, что надо везение изучать, потому что... Во, 4. Она у нас с плеткой, и нам нужен крит, ребята. Сильнейший крит. А он дается только от везения. Печенюшки — это хорошо. Ну что ж, давайте тогда выдвигаться сюда. Блин, и опять же очередная битва у нас. Черт подери, мне вон те вон задние штуки не нравятся, ребят. Ну-ка попробуем. Хопа! Замечательно. Но слабо, все равно маловато, блин. Так, давай попробуем гранатом добить. Хопа! Чуть-чуть не хватает. Ну что, блин, я не знаю. Можно было бы, конечно, ребята, и Стивена подключить к этому делу, но у нас очень мало звездных фруктов. Да успокойся. Ага, отлично, отразили наполовину. Блин, и граната у меня отравлена. Ну давай свою песенку, акулели. А, он снимает со всех, ребята. Не с одного персонажа, а вообще со всех снимает эффекты. Это большой плюс. Так, добьем. Добили, круто. Так, ну что же, конец хода. Что вы там сейчас будете делать? Опять отравляет, а? Ну-ка. Блин, не умудрился я отразить атаку. Придется лечить. Да и вообще-то от яда надо как-то избавиться. И у нас всего 3 звезды. Ладно, давайте потратим. Какой довольный, да? На маленькой этой гитарке играет. Сейчас так и будут, по ходу дела, травить и... Ну, давай. Вот, хорошо, он приготовился лететь. Так, нам нужно, наверное, сыграть с вами на акулеле. Снять яд. И, наверное, гранатом будем бомбить. Потому что иначе он достанет этот цветочек нас. Получи. О, поздно нажал, ребята. Нифига не получил он. Да опять травит. Кого этот бомбанет жук сейчас, а? Ну ладно, пускай так. Потому что аметистом я сейчас здесь не играю. А вот гранат мне здесь очень сильно нужен. Так, добьем, добьем. Угу, отлично. Так, у нас еще есть ход. Давайте снимем броню. И жемчуг уже пропишет. Ага, жемчуг. Жемчуг ничего не пропишет, ребят, потому что мы все звезды потратили. Я же забыл, что он стоит 3 звезды, этот удар, а не 2. А ну-ка. Оп. Так, маловато. Нужно, ребят, наверное, еще все-таки применять. Так, жемчуг, давай,
делай свой коронный удар. Почему повесил, ребят, пузырь? Потому что если он мне сейчас скинет гранат, я без нее никуда. Ну, а без этих персонажей я пока могу справиться. Ага, аметист вернулся. Причем довольно быстро. Так, давайте песню «Акулеле». Поиграли, сняли все эффекты. Нормулька. Ну что, жук, носорог, пора тебе. Рано радуюсь. А вот это хорошо, ребята. Вот это хорошо, что когда он на нас есть пузырь, мы никакого вреда для себя не получаем. Ну, естественно, пузырь только тратится, и все. Давай добивать гранат. Не будем мы на него смотреть тут слишком долго. Достал он на самом деле. Единственное, жалко, здесь нельзя ускорить бой. Все как-то это немножко медленно идет. Хотелось бы побыстрее как-то это развитие сюжета. Тупик. Магазин. Что нам предложат на выбор? Ага. Так, по идее, нам вот это нужно, ребята. Добавлять звезды всегда пригодится в бою. Да, тортик бы тоже хотелось, конечно, купить, но не хватает у нас кристаллов. О, опять грязь. Или это муравейник, блин. Зеленый камень. Ёлки-палки, у нас уже столько камней, по-моему, много. Так, сундук. Что такое? Так, хорош ты тут. Что ты тут собрался делать? Ты посмотри-ка. Теперь оно превратилось в аметист. Эй, хватит меня изображать. Блин, очередной, как бы сказать, мини-боссик, видимо, да? Ладно. Будем атаковать, но сначала, наверное, снимем все-таки защиту. А я больше чем уверен, что они в защите все. Хорошо. Так, а теперь пропишем, посмотрим, как у нас это все выйдет дело. Да, крепкая, причем мы ее подожгли. Вот мне нравится, когда вешается вот этот вот эффект возгорания. Оу! Черт, я забыл, что она два раза атакует. Блин. Хорошо. Что мы можем с вами предпринять, ребят, такого, а? Печенька. Почему у меня только одна? Ага. Дает гармонию три хода. А здесь на один. Все, отлично. Пока живем, ребята. Так, подхил еще. Давайте, наверное, вот так. Да, Джастин. Давай атакуй гранат. Хватит там бубнить. Отлично. Блин, да что ж такое, отлично. Никогда не получается ничего хорошего, ребята. Вроде бы в то же время все легко и просто, и также сложно, ё-моё. Ну, раз они этот... Ага, отлично, отбили. Раз они защищают этот сундук, наверное, там что-то хорошее лежит. А, ну-ка. Опа. Опа, нормулька. Отлично. Сейчас она еще 6 этих потратит себе, когда загорится. Я думаю, что... Нет, не добили. Не получится. А ну-ка, давай-ка, жемчуг. Отличненько, хорошо. Все, сейчас горит, наверное. Сгорит или нет? Да. Ух. Кто-нибудь получит уровень? Нет, никто, к сожалению. Ну, давайте смотреть, что в этом сундуке тогда лежит. Что такое? Зеленый ключ. Да-да-да, ребят, зеленый ключ нам нужен был в прошлой миссии. А мы его нашли только здесь. Хорошо, может быть, он где-то и здесь нам пригодится. Надо только посмотреть карту повнимательнее. Жалко действительно, что здесь нет карты. А, вот, вот сюда еще ключ нужен. Ха. Ладно, давайте продвигаться с вами дальше, смотреть, что тут. Ха. Чисто случайно, ребята, я сюда навел. Что там? Оу, знак иммунитета. А ну-ка, дайте-ка я посмотрю, что это вообще за значок такой. Так, где он? Новый. Шанс сопротивления всем негативным воздействиям 30%. Так, погоди-ка, погоди-ка. А что у тебя до этого-то стояло? Вот этот значок? Слушайте, нет, наверное, все-таки жизни нам важнее. Поэтому надо поменять. Черт, как переставить-то? Эй! Да как... Как... А, вот, 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 ребята. Вернули. Хотя от негативов тоже они... Да чтоб тебя, тут еще этот фрукт клубничный. Ладно, придется нам вот так тогда, ребята, делать. Я не знаю, что этот фрукт делает, пока мы его не будем трогать. И, как видите, я начал с жука.
Попробуем его для начала, наверное, уничтожить. Мне кажется, что этот фрукт вообще с клубникой ничего не будет. А, может быть, он плюнет в нас, эту клубнику? Кто его знает? Блин, сейчас увидим. Жемчуг, жемчуг. Ну что ж, давайте жемчугом атакуем. Попробуем, ребят, посмотрим. Нет, клубнику так просто не разбить. Ее нужно именно снимать вот этим вот ударом. Хорошо, попробуем жука добить. Эх, да, плохо получилось. Что? Ага, точно, ребята. Плюется клубникой. Жук, ты достал уже в корень. Блин, не успел отразить. Давай, подхиливай, Стивен, быстрее. Так, получится, нет? Добить, наверное, вряд ли. Чуть-чуть не хватило. Но я думаю, что сейчас у нас жемчуг с этим делом справится. Ну давай, не подкачай меня, девочка. Да, хорошо сработано. Получаем с вами это розовая роса. По-моему, это на воскрешение идет. Да что ж такое-то, а? Какая же ты все-таки ватная у меня. Хотя у нее 40 хп, не должна быть такой ватной. Снимаем нафиг вот эту вот защиту. Оу, еще и с нанесением урона. Хорошо. Так, что у нас тут? Конец хода только, ребят, звезд не осталось. Вот, жуй свою клубнику. Вот хорошо, что он тратит свой ход на то, чтобы взять эту клубнику. А мы также тратим два хода. Первый у нас, чтобы снять защиту. И второй ход, чтобы атаковать. Ну-ка. Ах ты. Вот сколько играю, ребят, никак не могу сделать вот стопроцентную комбинацию, чтобы все на раз получалось. Постоянно промахиваешься. Ага. Так, ну что ж, давайте бомби. Так. Опа, отлично, здесь у нас все получилось хорошо и удачно. Победа, сейчас кто-нибудь уровень получит. Есть, у жемчуга. И... Так. С везением хреновенько, да, ребята? Поэтому будем везение раскачивать. Хе-хе, магазин. Потайной, ну у нас мало кристаллов. Что это такое? Ого, ценники-то. Автоматически повышает уровень самоцвета. Автоматически повышает уровень самоцвета. Не знаю как-то. А вот этот, ребята, нам нужен камушек красный. Я помню, что он где-то там... А, двери какие-то открывает. Так, здесь что? Вот нам пригодились здесь зеленые камни. И последний. Оу, а последнего-то у нас и нету. Блин. Ага. Два сундука из пяти мы нашли, ребят. Так что еще где-то три. Я уже, честно говоря, запутался. Вот, ей-богу говорю, запутался. Куда нужно идти и где нужно все это применять. Что такое? Все нормально, не надо мне тут панталык сбивать. Ты посмотри, у нас здесь магазин, и это хорошо, но кристаллов маловато. Ну что же, я тогда предлагаю на этой ноте завершать этот видосик. Всем большое спасибо за просмотр, надеюсь, вам понравилось. Ну а с вами был Рэй, и мы обязательно будем продолжать ее проходить уже в следующих выпусках. Так что, ребятушки, всем пока.